Строительная компания «Стройкон» открыла первый многоквартирный дом в 94-м квартале Якутска. 16-этажный исполин возвысился прямо над озером Сайсары и еще задолго до своего открытия успел стать визитной карточкой одного из самых живописных районов столицы. Подробнее о материале с Аргаланы Захаровой. Старожилы 94-го квартала, семья Поскочиных уже принимает гостей и делится первыми впечатлениями. Старой деревяшки уже нет, а на ее месте новый красивый 16-этажный дом. Квартиры переселенцев обустроены, как говорится, под ключ. Осталось только перевести вещи и готовиться ко встрече Нового года. Получив вот это ключи от хорошей, благоустроенной, светлой квартиры, мы благодарим руководство «Стройкона», которые вовремя, в отличном качестве построили эти квартиры. В доме 195 квартир общей площадью в 10 тысяч квадратных метров. Первыми ключи получили жители снесенного дома по адресу Шевченко, 3. Также 6 квартир предоставили семьям по программе переселения из аварийного жилфонда. Теперь жители могут похвастаться отличными условиями не только внутри дома, но и оригинальным внешним видом. Горожане могли уже заметить, что дом выгодно отличается от всех остальных своим дизайном. Первые это Якуты здесь жили над Сайсарским озером, поэтому мы принять стиль якутского, национального стиля. Поэтому вот видели орнаменты. Каждый дом в квартале нашем будет вот так выглядеть. Застройщик дома компания «Стройкон» построит в этом районе города еще 12 таких домов. Строительство ведут по программе комплексного развития территории. А значит, на очереди открытие детских садов, школ и других социально значимых объектов, которые сделают квартал не только самым красивым, но и комфортным для проживания. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.